Всем добрый день. Начинаю завершающую часть рисования хаски. Это будет последняя часть, в которой я полностью закончу рисунок собаки. Много будет вырезано, потому как монотонное рисование, штриховка одних и тех же самых участков, я думаю, всем надоедает одно и то же смотреть, поэтому большие куски будут вырезаны. Итак, продолжаю наносить постепенно слоя, оттенки более мягкими карандашами. Итак, продолжаем рисование. Постепенное нанесение более темных оттенков в тех местах, где они нужны. Стараюсь прорисовывать ворсинки там, где они видны на самой картинке. То есть добиваемся полностью тех оттенков, как на рисунке. Ну, конечно, более похоже на фотографию оно не будет. Будет очень выглядеть как простой рисунок карандашом. Итак, продолжаем проштриховку. Пририсовал за кадром язык, нарисовал с тенями, нарисовал ремешок, часть карабина нарисовал, большие куски фона проштриховал, места, где происходит переход от светлой шерсти к темной шерсти. Там стараюсь, ну даже не знаю как, сначала одними карандашами, потом еще по этому шву как бы, то есть само место перехода буду протирать ластиком, чтобы добиться такого как бы смазанного перехода, что ли. Потом еще раз пройдусь карандашом, чтобы показать более такую, ну, ворсистость, что ли. И так постепенно накладываем штрих за штрихом. Пока рисовал остальные как части собаки, заметил, что у меня левый глаз немножечко меньше. То есть в дальнейшем буду это все исправлять. Буквально там миллиметр, ну, мне кажется, что он чуть-чуть меньше. Вот. И немножечко его увеличу. Вот. И так постепенно и продолжаю рисовать. То есть весь процесс монотонная штриховка, штрих за штрихом, разными карандашами. В этом и заключается как бы все рисование. Более детально прорисую сам карабин, сами вот эти колечки, там будут и плавные переходы, и тени падают, как бы дальше и на собаку, и на ремешок, и на сам карабин. Вот. Ну, они маленькие, но они как бы там присутствуют, и постараюсь это все передать более в детали. В принципе, и все. Так и буду дальше с таким планом прорисовывать собаку. В конце видео будет уже готовая картинка, законченная. Не знаю, понравится вам, не понравится. Понравилось — пишите комментарии, не понравилось — пишите, что именно не понравилось. Если видео было полезным, ставьте лайки или ставьте дизлайки, на ваше усмотрение. Пишите ваши пожелания, чем можно улучшить, допустим, мою технику. Понятно, что она еще в самом начале, в зародыше, я бы даже сказал. И вот я с тем расчетом как бы на улучшение своей техники и создал этот канал, чтобы услышать мнение других людей, а не только свое личное. Поэтому оставляйте комментарии, не стесняйтесь, мне очень интересно ваше мнение. Всего доброго, до новых встреч, в новых видео. Дальше видео будет продолжаться уже с музыкой,
Поэтому приятного просмотра, спасибо, что смотрели, всего доброго, до свидания.